по одну сторону стола представители Республики Корея. Это директор корпорации малого и среднего бизнеса SBC Пак Сусок, сотрудник Министерства малого и среднего бизнеса Республики, руководитель российского филиала Всемирной торговой организации Кореи Шин Кван Хи и советник генерального директора Корейского консалтингового центра Алексей Жилницкий. По другую сторону те, кто представляет интересы Забайкалья. Заместитель губернатора Забайкальского края, руководитель представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации Марат Мирхайдаров, министр международного сотрудничества и внешнеэкономических связей края Алексей Дроботушенко, а также представители бизнес-сообщества, Министерства сельского хозяйства края и корпорации развития Забайкалья. Добрый день, уважаемый господин Шин Кван Хи, Жамиль Александрович. Добро пожаловать в Забайкальский край. Принимающая сторона рассказала гостям о возможностях нашего региона и показала небольшую презентацию, посвященную отраслям, в которых возможно сотрудничество Республики Корея и России. Особый упор был сделан на горнорудную, лесную, сельскохозяйственную сферы и промышленность. Цель визита – открыть представительство нашей консалтинговой компании SBC для развития малого и среднего бизнеса между Кореей и Россией. У нас уже есть свой маленький офис в Москве. В Министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей отметили, что к этой встрече обе стороны готовились довольно долго. Поэтому сегодняшний диалог был очень важен для установления дружественных отношений. Более детально о планах сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса говорили уже за закрытыми дверями без журналистов. Светлана Тулунова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.